дорогие зрители моего канала, с вами как обычно я, Леоплей, и сегодня это новое видео на моем канале с моим, ну, так сказать, коллегой, и где он? И, ну, да, как бы, стоп, а ты где копаешь? Так, погоди, я тебя не вижу, постоянно так происходит. Да, а, все, я тебя вижу, я твой ник увидел. Привет, ты тут нарыл. Уи. А, кстати, ты же хочешь сделать, ну, таких вот других големов? Лава! А, у меня же есть тыквы и снег. А чё это? А, фу, это же обычные эти. Чувак, лава. Еее. Воу. Так. Ну, смотри. Сейчас я попробую найти другой выход. Ну, как бы так сказать. Ну, другую пещеру. Ну, в ней, наверное, возможно, будут алмазы. Но это не точно. О, лазурит. Прикольно. Все, у меня 6 лазурита. Можно возвращаться домой. Не с пустыми руками, как раз таки. Все круто. Все вообще круто. Железо нам собирать? Да. Не знаю. Возможно, так получилось. Да. Воу. А, я знаю, как тебе... вернуться. Уи! У меня тоже прекратились баги, потому что я горел, когда я не был в лаве. Ну, логично. Снегови... Толя. А, стой, побри его лицо. Ты можешь его лицо подстричь. Смотри, какая фича. Он оставляет за собой снег. Блин, ну это же изи фарм снега. То есть он плодит своих же братьев. Анатолий. Ты выглядишь классно. Братан. Да он выглядит не классно, он выглядит просто гениально. Да, блин, тут снег. Мне интересно, почему вообще они такие странные? Как ему обратно прицепить голову на место? И тогда все будет вообще круче. Тыква, тыква, тыква. О, теперь это изи фарм снега. Стоп, Анатолий! Побрил просто. Стоп. А... Толкай его! А что если их? Их по всему миру заспавнить? Он идет ко мне! Он идет ко мне. Отстань от меня. Разбейник. Это самое страшное, что я видел. Она смотрит на меня. Ты его уточкой засасываешь. Может быть, Анатолич? Толя. Толя. Блин, откуда тогда у нас палки? Только не съешь его. Кто меня ударил? Где? Паук. А! Это можно использовать как этот. Так, погоди, стой. Я тоже хочу посмотреть. Блин, я не могу! Сейчас. Толя! Здорово!
Ну, это будет как... как вот там... ковер, да. Красиво. О, господи. Кто рычит? Ну, зомби. А что если Толю поместить в дом Марпичера? О, здорово. Он просто на него хоть пу, и все, он налетел. Ну, я не знаю. Я не играл давно на старых весах. Блин, меня замуровали. А чё? Кто мелкое чудовище? Где он? То есть мы тоже мелкие чудовища. О, там зеленое чудовище, то есть крипа. Ну, я пойду. Зелё. О, ты здесь тоже картину поместил? Так, ты... Я открываю все двери! О! Здорово, пацаны. А, Толики, это кто? Эти вот... А, фу. Точно. Короче. Как вы думаете, десантироваться к этим вот... Ну, бекам. Кубекам. Тут просто зомби и паук. Зомби-паук. Где? Не вижу. Стоять! Я застрял! Ты где? Вот. Он у нас будет такой вот дерзкий. Потому что у него лицо будет другое. Да, у каждого только. А что если он упадет? А что если он там умрет? Не. Такое ощущение, что мы его охраняем, а не он нас. Аллилуйя! Мы в чему, покажись, посадили? Чувак, я тебя освобожу. У нас есть снегомойка. А че если он растает? У меня есть 6 снежков снега. А почему мы всегда Толики? Почему не Анатоличи? Где? Нет! Толи! Толи взорвался! Бедный Толи. Трусы в горох. Он, блин, взорвал наш дом. Теперь у нас дека. Ну, хотя бы не такая огромная дырка. Я не знаю. Застраивать дырку? О. Нет, они такие, они как будто в засаде сидят и из дерева прыгают, как ниндзя. Хомяки-ниндзя, блин. Хомячные, блин, ниндзя. Чё сегодня такая разрушительная серия? 2 крипера за 1 серию. Я скажу Толику, что его брат умер. Толя... Твой брат... Ой, он сейчас выберется наружу. Да, он сидит в тюрьме. Все, круто. Сынка.
Забор? У меня нет забора. Учит. Во втором. 17 заборов. Щет, я не могу вылезти. Ой. Пять пу. Хоть пу. Ой, мне все. Я разучился делать хоть пу. Да! Как ты это сделал? Ты руку что ли просунул? Забор через забор? Теперь твой дом мой. Короче, у тебя же много железа. Ну, давай мы попробуем, ну, сделать, да, такого вот, не этого вот. Джи, просто джи. Чтобы если крипер вдруг зашел... Чтобы если вдруг крипер зашел, то... Аркадий Никитович! Здравствуйте! А следующий у нас будет паровозов? Где? И чё? Это... Давай его съедим. Я люблю пауков. Они вкусные. Ну, как бы, да, но я сейчас к Марпьютеру сложу седло. Хотя, не. Я себе хотел осла приручить. Ты ж помнишь? Говорящий осел. Ох, пацану там плохо. Паук чересчур сильный. Да он и умер уже. Он растоптал наш огород. Да. А я хотел питомца дать. Нет, я на арбузе сидел. Короче, у нас хотя бы... Нет, нам нельзя приручать таких вот маленьких, ну, големчиков снежных. А то мне так кажется, то, что... А то мне так кажется, то, что они не доживут до старости. Ну? Уже два Толика за серию умерло. Это как понимаете? Это же нечестно. А кстати, почему? Не делай больше их. А то вдруг сразу делай три, а... Ну, как бы все. Толика? А давай Толика, который наверху. Все. Что, я хочу посмотреть на эту веселую дружбу. Алексей, Толик, Никита. Здравствуйте. Так. Пацаны? Что, нас теперь четверо? Ох ты ж, ё-моё. Не, ну големов трое. Големов трое. Оу, еще у нас будет 6. Марпьютер, возможно, придет. Блин, мы так говорим, как будто он уже здесь. Ой. Ой. Я ловлю рыбу в досках. Давай. Ой-ой. Что-то не так пошло. Чувак!
Я ловлю рыбу! Когда я дома? Но я правда не знаю, словится она или нет. Я рыбу поймал! Не знаю. Да! Нет. Лучше, чем... Кто? А, это съедобная штучка. Насколько я помню. Куда ты идешь? А, ну как в прошлой серии. Короче, у меня есть гениальная идея. Так, сейчас я нарублю дерево. И давай мы отправимся в путешествие. В подводное. Ну, под водой будем лазить. А в этих? Ну, как бы да. Да я шучу. Ну, у тебя вообще видео не выходит, поэтому хоть пу. Слышь, здесь вот пенёк. О, как раз таки не надо крафтить. Так, бесплатная миска. Вау. Уи! У меня шлем скоро сломается. Один удар и все, хоть пу. Поэтому лучше так не делать. Тебе надо крафтить лодку? Или ты без нее обойдешься? То есть ты уже с нами поплывешь? Как поплавок. Так. Ну, короче. Надеюсь, что она крафтится как по старинке. Это речь. Первая лодка твоя. Лови. Вот лодка сзади тебя. Варимач. Так. И морпитера еще сделаем. Лодку. Все, погнали! Все, погнали! Ладно. Рекламная. Точнее, пауза. Ну что же, а следующая серия будет уже Марпьютер. И всем до встречи. Всем пока!